Сотрудники Минприроды Коми и Сыктывкарского лесничества совместно с волонтерами убрали несанкционированную свалку. Акция прошла вблизи Морова. Участие в ней приняли 18 человек. В результате уборки собрано 12 кубометров мусора. Из них 5 кубов – это 149 килограмм, пластик, который отсортирован и сдан на вторичную переработку. Свалку ликвидировали лишь частично. Уборку обещают продолжить в ближайшее время. Кстати, присоединиться к доброму делу может каждый.